Привет, друзья! С вами Кэрдекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Бермуда. И мы с вами остановились на том, что построили шикарнейший док для создания мега-огромных, видимо, кораблей. Но, тем не менее, нам нужно сначала накопить огромное количество ресурсов для этого корабля. И это действительно большое количество, как минимум 20 веревок меня смущает больше всего. Ладно, палки, ладно, доски. Это еще не вопрос, тем более у нас тут какой-то запас имеется, да? Да, нам как раз, по-моему, хватает и палок, и досок. Так, сейчас я перетащу это добро сюда, это перекинем обратно. Так, 20 того и сколько другого ресурса. Палки 20 есть, стикс 20 есть. То есть у нас, по сути, основной вопрос стоит в веревочках. Здесь веревок нет. Да ладно, у меня что, все есть прям на лодку? Хо-хо. Сейчас просто подождем, тогда и доделаем, найс. Найс. Сюда я тогда закину сейчас сплетанем. Давай, сколько нам нужно? 44, это 22. Мне же хватит на крафт, да? Да, мне на крафт хватит. Могу смело оставить. Сейчас посмотрим, сколько из 20-22 палок сделает, собственно, воды. Я думаю, что палок просто нужно больше, чем досок. Доски как-никак габаритней. Поэтому проверим. Так, мы можем, кстати, еще и репозишн... А, это изменить позицию. Нет, не надо. У нас здесь вот отмеченная позиция, где у нас должна будет появляться наша... Я не знаю, что... это скорее всего будет какое-то подобие обычного плота, судя по затемненной картинке. Угадай, что за покемон? Это Рафт, обычный плот, да? Хорошо, ждем еще одну веревочку, сейчас сделаем, проверим, что получится. Так, по крафтам вообще в целом. Что у меня, кстати, отдвинулась моя шлюпка? Я не понял. А ну двигай туда. Не, она не двигается, слушайте. Жаль, что я могу сказать. Что мы еще здесь могли сделать из полезного? Workbench мы, кстати, по-моему, не делали. Если я не ошибаюсь. Стикс, скрап метал, да. Фонарики мы не делали. Мосты мы не делали по мосточке, хотя правильно было бы сделать. Мне еще совет хороший дали, что я с веревками, мол, мучаюсь. Сейчас упаду в воду, да? Не хочу воду. Размылся экран. Так, веревки есть. По поводу того, чтобы сделать еще один drying rack, для того, чтобы, собственно, создавать больше веревок в один момент. Это типа ускорение производства называется. Так, ну слушайте, пока идет чуть-чуть быстрее, да, где-то по две палки уходит. Даже больше, я думаю. Окей, ладно, плевать, поехали. Лодочка. Она, кстати, закрыта, вот еще в чем вопрос. Сейчас я закину сюда ресурсы, все, unlock. Лодочка, есть, лол, она готова, серьезно? Серьезно, репозишн, на репозишн пока что кликать не буду. А ну-ка, дайте я зайду. О май гад, здесь есть ящичек, здесь есть крафтовый стол обычный. А ну-ка, юз. Мать моя женщина, мы реально плывем, ху-ху. Я вам скажу, довольно-таки быстро, слушайте. С учетом того, что мы не напрягаемся вообще, нас якобы несет ветер с помощью нашего мегапаруса, то мы двигаемся реально круто. Только вот с поворотами беда, довольно медленные поворотики. Ну и не странно, как бы мы же на воде как-никак. О, луна, смотрите, какая красивая. Нас еще и по инерции поворачивать немного, слушайте, мне это нравится. Так, повернись чуть сюда. Сейчас я подвину. У нас там, кстати, второй Рафт был нарисован. Мне интересно, мы его сможем построить или нет. Так, я его подвину сюда к этому, к шлюпке нашей. Стоп, останови. О, я шлюпку не могу толкать. Найс, тихо, развернись. Сейчас шлюпку затолкаем тогда поближе. Ах ты ж портовая шлюпка. Так, давай вот туда. А, нет, не в ту сторону, шлюпочка, вернись, тихо. Сейчас отплыву. Он еще скрипит, так как будто из говна сделано, понимаете, да? Древесина чисто перемотана, ничего больше нет. Сейчас, кстати, темнеет, нам может поспать лучше, раз темнота, чтобы в ночь не копырсаться туда-сюда. Ну давай, выворачивай, не туда, вот сюда. Давай, я в тебя верю. Нет, шлюпка у нас... О, выдвинули. Тихо, чуть-чуть вперед, еще чуть-чуть вперед. Вот так, по контуру, и выводи ее. Оп, вывели, тихо, назад. Хрена себе, как он назад резко буксует, вы посмотрите. Не кажется ли, я назад плыву быстрее, чем вперед? У нас, кстати, нет направляющих, мы не знаем, какой ветер сейчас дует, и влияет ли он действительно на парус. Но я думаю, в будущем у нас эта инфа будет. Так, давай, двигай. Назад. И еще вот сюда, давай. Оба. Давай, шлюпка портовая, становись. Все. Найс, теперь я эту хреновину отодвину, разверну. Вот так. Оп. Вперед-назад очень резво ходит, серьезно. Так, отпускаем. О, другое дело. Так, что у нас здесь? Ну, в принципе, это тот же самый Рафт, мне кажется. Тот же самый. Репозишн у нас ничего нам не дает. А, мы типа. Мы ее можем с любого места вернуть, типа. Или только если она поблизости. Еще один вопрос. Так, давайте подожрем немножко явно и попьем немножко. И пока у нас ночь, я, наверное, залягу храпеть. Воу, у нас навесы сейчас. У нас здесь был навес, сос. Где он делся? Эй, алёсики. Окей, нет навеса и нет навеса, хрен с ним. Так, храпим до самого утра. Не хочу ночью вот это шляться. Совсем не хочу.
Давай, отхрапись. Сейчас мы тогда посмотрим, что мы еще можем сделать. Меня интересует обычный workbench, который мы так и не поставили. Я не понял, почему. Что нам помешало его поставить. Но тем не менее. Так, давайте сейвик на всяк пожарный сделаем. Так, ранняя утрица, зорька, все дела. Так. Я хочу проверить, могу ли я сюда вместить сейчас еще одну платформу. Мне это действительно важно. Действительно важно. Сейчас где у нас обычный крафтовый. Так, обычная платформа. Требует у нас 12 планк, 12 стикс. У меня ни того нет сейчас. Если мне память не изменяет, у меня есть металл. Здесь мы оставили буквально, да, совсем чуть-чуть планок и совсем чуть-чуть стикс. Ну ладно, сейчас пойдем нарубим, что мне не тяжело. Мне не тяжело, главное крафтовую новую сделать, чтобы все-таки узнать, на что мы способны в плане крафта. Так, водицу забирай. Поплыли. Жбульк. Здесь мы, кстати, все вырыли или нет? По-моему, нет. По-моему, нет, я могу еще здесь, по-моему, добыть доски спокойно. А, мы ж копье еще хотели сделать, точно. Проверить на акулах, так сказать. Способны ли мы заграбастать акул. Так, давайте сейчас доски тогда долбить. Мне еще все-таки интересна система дополнительных каких-то баллонов воздуха. Мне кажется, что-то должно быть. Что-то да должно быть, что нам в этом плане поможет. Так, долби 12. Давай 20-ку набьем. И дальше ножом уже колупать будем. Если что-то останется. Ничего не останется. Меня всегда волнует акулы, но я при этом знаю, что они меня не жрут. То есть за последний период меня еще ни разу не укусила акула. Это знак того, что они как бы меня жрать не должны. Но, не будем так уверены, так сказать. Так, давайте еще этой хрени срубим. Были предположения, что это нужно для фонарей освещения, поэтому, может, у нас будет какое-то подводное освещение еще. Я на это искренне надеюсь, но понимаю, что глупо на это надеяться. Так, здесь камни, здесь это тень от наших всех хреновин. Кстати, мы можем же с помощью сейчас рафта направиться в более дальние... Эти подземные... подводные, точнее, дали, и там найти уже новый ресурс. Так, вылазь. Куда ты залез? А, ты прям по центру залазишь? Хрена ты могешь. Могешь, могешь. Так, заберем этот, проверим, сколько нам нужно было. Где у нас обычный крафтовый? Тихо, не уплывай, подожди. Так, что надо? 10 стик, 10 скраб метал, 8 пламя. А, так у нас все есть. У нас все есть, сейчас я только металл заберу. Дайте сюда метальчик, пожалуйста. Метальчик. Спасибо. Так, вот сюда залази, держи метальчик. Держи, говорю. Скрафти это чудо. Конечно, нам в идеале еще было бы сделать вот эту хрень, но у нас не хватит обычных палок. К сожалению, день рождения. Только раз в году. Так, забирай это добро тогда. Сейчас будем ставить. Где наш мегамолот? Мегамолот, ты сможешь где-то вместить эту дичь? Да, кстати, мы можем здесь поставить, лол. Стоп! Это та же самая хрень, которая у меня была. Вот это вот. Лол, я перепутал. Ладно, просрали ресурсы, бывает. Бывает, такое случается. Так, остановись здесь тогда. Тогда нам нужно садиться на плот, плыть куда-то в дальние дали. Жаль, что я, конечно, сверху я ж не вижу, что под водой, да? Да, мне нужно хотя бы чуть-чуть нырнуть да посмотреть. Окей, запомнили. Еда у нас есть, вода у нас есть. В принципе, можем направляться. Мы еще и поспали сладенько. Так, немножечко попьем, пожрем. Лодочка, погнали. Сейчас я по карте только посмотрю, куда нам лучше двигаться. Так, по карте нам нужно сейчас разворот на 180 и двигаться вот сюда куда-то. Мы там находили уже с вами уродские эти кораллы всякие, не интересующие меня пока что. Но мы направимся чуть дальше. Правильное направление? Нет, еще надо завернуть вон туда, в сторону солнца, в общем, плыви. В сторону солнца. Правда, парус немножко мешает, нихера не видно из-за него, но ладно, это дело такое. Мы все равно ориентируемся по карте. Вот, нам надо где-то до сюда доплыть. Где-то до сюда, и там, собственно, будет то, что нас интересует. Самое хорошее, что есть ящичек. То есть мы можем налутать очень много. Закинуть в ящичек, еще налутать. И тогда уже возвращаться назад на крафт. По сути, мне даже кажется, что я на лодке могу установить какие-то крафтовые штуки. Но это чисто предположение, конечно же. Но проверить его обязательно нужно будет. Так, у нас же мини-карта есть, я про нее совсем забыл. Мини-карта нам тоже дает инфу, что у нас на днище. Прям как этот эхолот, или как он тут называется. Так, хорошо, идем сейчас, вот вперед доплываем, вот там где такая скупченность. Тут как будто бы что-то лежит большое. Не могут быть так изуродованы мелкие камни и растительность всякая. Сейчас вот сюда подплыви, еще чуть-чуть, еще шушуть. Вот, там вообще оно на мини-карте выглядит как какие-то ошметки боеголовок. Так, возьми топор, либо нож. О, да, здесь ошметки кораблей, но нет. А нет, это именно корабли отмечены на карте. Окей, так, это у нас что такое? Это у нас очень странный кусок. Чего? Это плот? Это плот. Мой плот. И мы его можем разобрать, да? Интересно, а чей же это плот? С веслами все как полагается. Может, я здесь не один, слушать.
Я уже переживать начинаю. Сейчас доплаваюсь, еще встречу кого-то не того. И будет мне как бы... О, ящички, дорогие мои, ящички. Я не знаю, металл с них собирать, не собирать. Давайте, наверное. Давайте все-таки доски металл с них соскребем. А палки я тогда уже с кораблей добуду. А, так я эти уже долбил, по-моему, слушайте. Что-то они слишком быстро добываются. Два металла. Вообще слишком. Слишком быстро, я бы даже сказал. Ладно, на то они ящики. Гоп, гоп, давай. Минус, так, планк у нас достаточно. Вот здесь должна быть еще где-то древесина. Именно внутри лодочки. О, нет, ее здесь нет, слушайте. Ее здесь нет, добывать здесь нечего. О, плохо, что я могу сказать. Очень плохо. Так, всплывем сейчас заодно, срежем водоросли. Так, здесь ни черта, там ни черта, акулы плавают. Так, здесь еще сейчас прочекаю. У нас воздух есть? Чуть-чуть есть. Шуточку, шуточку есть. Так, здесь у нас, собственно, штурвальчик, больше ничего. Придется собирать то, что на днище лежит, слушайте. Дожились. Дожились, собирать со дна, ну. Палки на дне. Так, еще один штурвал. Здесь я плавал, точно плавал, вот сто пудов. Инфа соточка, я 100% здесь плавал. Тихо-тихо, не задыхайся, все хорошо. Сейчас ты будешь на плоти, у тебя все будет замечательно. Давай-давай-давай, выплывай, главное. Мне, кстати, интересно, мы можем скрафтить с собой спальный мешок? То есть, чтобы мы реально могли на далекие расстояния путешествовать или нет? Ну, просто интересно. Просто капец как интересно. У меня, кстати, инвентарь уже неплохо забит, вы можете увидеть. Но это из-за воды, видимо. Так, залазь на плот. Так, где я? Я здесь. Так, забирайте доски, забирай металл, забирай это добро, и светлячков забирай, и это забирай. Сколько у нас вышло по перегрузке? Все, мы не перегружены абсолютно. Хорошо, плывем дальше. Плывем дальше, давайте заплывем. Меня больше смущает то, что вот здесь открытая область карты, якобы. Почему вот эти более серые, а эти светлые? И почему нигде, кроме вот этой области, нет камней на дне? Вот что меня удивляет немножко. Скорее, смущает даже. Ладно, поплыли дальше. Я тут буквально недалеко отплыву. Вот сюда сейчас налево заверну. И проверим, что еще здесь валяется. Если там вообще что-то валяется. Угу, угу. Вот так, по центру, давай. Стоп. Отлично, чекать. Так, здесь еще один ошмёта корабля, даже два корабля. Угу, и ящики есть, хорошо. Нам есть что добывать, это самое главное. И теперь мы гораздо быстрее добираемся до места добычи. Мне не нравится вот эта какая-то странная полоса на карте, это что? Что это за полоса такая? Вы тоже ее видите, да? А, это... я понял. Это размешка секторов, так сказать. Это как бы переход просто в другой сектор. Только зачем его отмечать на миникарте? Непонятно. Ладно. Это не столь важно на миникарте, мне кажется. Так, забирай метальчик. Метальчик без него никуда. Доски есть. Здесь что-то полезное есть. Вот не хватает фонаря, серьезно. Вот хоть убей. Здесь досок нет, нихера нет. Так, хорошо, где я тут еще какой-то ошметок видел? Так, ну я же видел. А, вот еще кораблик, да? Здесь все валяется на полу, но я думаю, что мы... не дойдем до того, чтобы днище собирать, потому что это реально тяжело. Это реально тяжело. Так, сейчас я немножко отплыву. Воу, здесь прям красотень, вы посмотрите. Прям красотень, только в которой ничего нет. Растительность, которую мы в большинстве своем собирать не можем. Там что? Воу, так, лодка, ну ты мне нужна. Там, походу, лежит, короче, этот, как его, торговый контейнер этот огромный, металлический. Сейчас мы его зачекаем. Давай. Можем, кстати, пока воду понабирать. Оп, поехали. Набирай. Если что, мы все равно в ящичек положим, да и все. Ого, хрена себе, спасибо вам, что посоветовали зажимом набирать. Вы посмотрите, как дохренище он ее набирает. У тебя что, бездонный 10-литровый бутыль или что, я понять не могу? Вы посмотрите просто. Вот же демон проклятый, а. Окей. Так, забирайте бутылочки. Так, а как тебя по-быстрому не... А, можно дабл-клик, да? Отлично. Так, хорошо, мне нужно отплыть вон туда. Вон туда, значит, разворачиваемся. Оп, давай, медленно, уверенно. Вон тут, прям за вот этим холмом. У нас здесь находится контейнер. Сейчас на него мы и посмотрим с вами. Давай чуть дальше. Я надеюсь, я хоть в ту сторону поплыл. Остановись. Проверяем, да, вот контейнер, прям под нами. Вон даже тень нашего плота видно. Я надеюсь, я его вскрыть смогу. Или вообще, может, он открыт? Или он просто деревянный? Но это было бы глупо. Деревянный контейнер. Ага, я сюда должен динамит закинуть.
А как я должен сделать динамит, вы мне сначала скажите? Закинуть то одно дело. Мне почему-то кажется, что верх деревянный, серьезно. Здесь больше на металл похоже. Там как будто дерево. Да, мне нужен динамит, чтобы открыть проклятый контейнер. Бляха, ну там точно что-то ценное должно быть. Так, где мой плод? Блин, у меня аж руки чешутся теперь слушать. Надо быстро бежать и искать, как делать динамит. Или где его можно найти. Ой, чуть не упал, тихо. Или как его можно найти, потому что с динамитом явно будет веселее. Я вот прям чувствую это веселье. Так, хорошо, что карта нам подсказывает. Карта нам подсказывает, что вот здесь есть еще место какое-то тоже симпатичное. Сейчас мы сюда тогда сплаваем, посмотрим, что там, и направимся спокойно назад. Направимся спокойно назад. Здесь, кстати, вот, видите, пересечение тоже двух лодок, как я понимаю. Да, походу, тоже две лодки на днище лежат. У нас реально как будто какой-то эхолот есть. Обманчивое, конечно, чувство уверенности, но... тем не менее. Так, здесь наш плод. Нихера. Нихера и нихера, вы не поверите, здесь просто ничего нет. Не, ну водоросли есть, конечно. Водоросли это миленько. Но это капельку не то, что мне надо. Так, разворачиваемся тогда. Разворот, разворот, поворот. Вот сюда еще сейчас загляну тогда. Уже, чтобы удостовериться. Вот интересно, давайте заплывем в темный сектор. Может, они просто неизведаны якобы мной, поэтому я там не вижу ничего. Может, по факту там сейчас бдыще открывается карта, там, короче, тоже хреново туча кораблей, каких-то контейнеров, подводного мусора. Сейчас заплываем в зону. Нет, знаете, она, видимо, не стала. Она, видимо, не стала. Ну-ка, выпрыгни. Выпрыгни здесь. А здесь камни-то есть, по сути, на днище. Смотрите. Камни-то на днище есть, то есть по факту, если проплыться и прочекать, то, наверное, там просто за счет неразведанной зоны. Сейчас я вот отплыву, чтобы мы потом вернулись побыстрее сюда. Вот так, по краю проплыву. У нас как бы видно вот эти песчаные такие от волн горбы, но то, что на дне находится, не видно, поэтому нужно... А, нет, здесь нихера нет. Представляете? Карта не обманывает. Подозрительно. Меня еще интересует, что будет, если мы выплывем вот сюда, к примеру. То есть то, что находится вообще за неразведанной территорией и так далее. Ладно. Ну, а, кстати, здесь спальный мешок есть. Я что-то думал, что нету. Ладно. Так, разворачивайся полностью. Плывем тогда домой. Дом, милый дом. Сейчас посмотрим, может, у нас есть рецепт динамит, но я дико сомневаюсь. Мне кажется, что мы его чисто найти должны. Без динамита жизнь не та. Так, давай, плыви, дорогой. Прямо плыви. Такс, мы наконец-то доплыли. Я нашел огромный минус передвижения, собственно, на кораблике. У нас отсутствует возможность... Так, сейчас, нам его как-то бы... Давайте сейчас реплейс попробуем. Репозишн. Репозишн. Все, отлично. Минус в том, что мы не можем собирать воду, пока плывем. Вот это меня действительно огорчает. Так бы я уже набрал хреновую тучу ресурсов и нормально себя чувствовал. Нормально себя чувствовал, но нет, не судьба. Так, раз, два, три. Это, пожалуй, не сюда. Это сюда, это сюда. Что-то у нас не густо, опять-таки, по ресурсам, знаете ли. Здесь я ничего не оставил, нет. Окей, окей. Так, давайте закидываем тогда сюда соленую воду. Сюда закидываем вот этих ребят. Пусть готовится. А вон там один, только одна веревка сделается. Так, хорошо. Меня заинтересовал динамит. Так, у нас есть Standing Torch. У нас есть, кстати, Standing Torch. А есть в обычный крафтовый. Буа! А, это Mark Position, а то чисто освещение. Я понял, я понял. Не вопрос. Я, по сути, на карте быстрее запомню, где у меня что находится, чем я буду вот эти Mark Position ставить. Ох, так, ну динамита в крафте у нас явно нет, серьезно, это как бы я тут не выкручивал максималочку, так сказать. Я динамит в крафте никак не найду. По крафту того, что у нас есть в инвентаре. 15 лв, я не знаю, от чего это отталкиваемся, потому что артефактов, как вы видите, у нас нет, обилок у нас нет. И ачивок у нас пока что в игре нет, то есть, видимо, потом, когда будет развитие, мы сможем, собственно, пропать дальше. Так, здесь нам нужно 10 скраб метал, 30 стикс, 20 ропс. Да что ж ты так много требуешь от меня, окоянный. И здесь тоже ничего нет. Кстати, хаммер тоже якобы можем апнуть. Я так понимаю, но... только после апа до 15 левела. Окей, только в чем понт апдейта хаммера, я не совсем въезжаю. У него функция простейшая вроде бы. Хорошо. Динамит, значит, мы должны найти. Это ясно. Тогда сначала делаем мега-копье, потом уже будем заниматься всем остальным. Для мега-копья нам не хватает очень многого количества ресурсов, мне кажется. А именно, меня больше всего волнуют обычные палки и... Да, обычных палок у нас нет и веревки. Я, наверное, даже корабль пока брать не буду, он мне ни к чему. Мне сейчас чисто водоросли надо нарубить хреновую тучу. Серьезно, здесь не было бочек. Я вам отвечаю, я собирал все, что здесь было под нами. И здесь ящики обновились. Бляха-муха, это все обновляется, по сути.
То есть у нас проблем с ресурсами якобы быть не должно. Так, а ну-ка ножиком полупи. Хоба. Хоба, вот мои стикс, дорогие, вот они. Вот они, дорогуши. Правда, мы по 11 штук добываем с одного ящика, это как-то печально, что ли. Печальненько. Жаль, что, конечно, я так понимаю, что корабли только не обновляются. То есть вот эти ошметки, которые мы с кораблей снимаем непосредственно, они, скорее всего, не обновляются. Водоросли 100% будут обновляться. Бочки обновляются, как мы это уже могли заметить. А вот части кораблей, скорее всего, нет. Гуп, гуп, давай. Металла здесь немного, но он пригодится все равно, поэтому собираем. Кстати, а почему мы собираем... А, не, по два. Все, окей, то последний раз мы бьем на один, да? Да. Хорошо, вот сейчас кораблик вот этот, который был. Кстати, мне вообще рыбу еще поймать. Неплохо бы было... Стоять. Стоять, стоять. Корабль обновился? Слушать. Стоять, рыбка. Корабль тоже обновляется. То есть, по факту, у нас прям под нашей... Назовем это базой, что ли. У нас находится... Как я ее поймал? Ладно. У нас находится регенерируемый запас ресурсов. Значит, все у нас будет хорошо. Стоять. Отлично. Слушайте, рыбка ловится вообще на изи. Забирай, забирай, забирай. Она уже все. Того. Нет, это слишком далеко был. Опа! Есть. Давай, давай. Выпрысни свою кровь. Так, стой, 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 рыбка. Мимо. Они как будто специально вокруг меня крутятся, слушайте. О, как я в него не попал? Стоять. Ой, я задыхаюсь. Пошел рыбки половить, называется. Чуть не сдох. Забирай рыбу. Давай, 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 давай. Надо подышать срочно. Срочно говорю. Оп, оп, оп. Давай. И назад. Так, хорошо. Сейчас тогда выпилим из досок еще палочки. Потому что палочек нам реально не хватает. Нет, не тыкнул. Хотел на 360 его забрать. Не, есть. Так, давай все-таки колупнем, потому что я так рыбу могу бесконечно ловить. Нам буквально там сколько, 5 рыбин, это и то перебор уже. Так, поехали. Я так понимаю, что именно палок мы можем очень много собрать с такого ошметка корабля. Досок мы сколько, около 40, по-моему, собирали, да? Значит, соответственно, этих должно быть в полтора раза больше, то есть 60. Но это в идеале, это в идеале. Я, конечно, не ручаюсь, что именно столько и будет, но я постараюсь. Я во всяком случае постараюсь. Так, я еще не задыхаюсь, акулы меня не жрут. Значит, все идет по плану. Все идет по плану. Так, давай, 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 чтобы у нас запас еще прям был, короче. Я вот так и не знаю момент, когда происходит регенерация. После загрузки, либо же в каком-то промежутке времени, там каждый день-два. Это мне пока не... Ни хрена себе, 100 этих палок достаточно. Так, теперь нам нужны водоросли. Водоросли 5 штук, одна веревка. Нам, соответственно, нужно 100. 100 водорослей, Карл, 100. Надо будет все-таки вторую установку, наверное, поставить, потому что... 20 веревок сделать, это вам не титьки мять. Это реально много времени. Я, кстати, не засекал, если мы спим, время крафта ускоряется или нет. Вот что меня действительно волнует. Опять дыхалки не хватает. Ну что ж ты будешь делать? Наплыви и рубай дальше. Ни в чем себе не отказывай. Сейчас реально задыхаться начну, слушайте. Ну ничего страшного, у нас еще и здоровье. У нас есть две аптечки, я точно не умру. Не пропаду. Успел до потери здоровья, а как? За секунду до, называется. Давай, брык, назад. Так, у нас сколько? Я только что пропустил. Покажите, пожалуйста. Я самое печальное, я не могу ровно вниз плыть. Видите, я плыву под определенным углом. Это капельку неприятненько. Я бы хотел вот прям вот нырнуть, так нырнуть. Так, 53, половина задания сделана. То есть изич. Так-то изич. Где еще водоросли? Вот еще, давай. Раз. Это какие-то сыроватые, видите, они такие. Или наоборот, подгнившие. Потому что собираются они гораздо быстрее, чем любые другие. Так, здесь еще ящик есть, я его пока что трогать не буду, конечно. Пока что трогать вот водоросли. Давай, 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 давай. Было бы интересно, конечно, если бы мы с какой-то смеси там водорослей и деревьях смогли себе сделать какое-то подобие ласт и плавали быстрее. Это было бы реально nice. Но это опять же таки, это вопрос к разработчикам, но... Разработчики у нас не русскоязычные, поэтому... Смотреть, мало того, что они мои видео не будут и не услышат об этом, поэтому придется им писать. Писать, писать и еще раз писать. Так, 92. 95. Давай, 98. Пыдыщ. И сейчас соточку добиваем и можем всплывать. Можем прям момент всплыва рубить. 105 есть. Все, вылазим. Сейчас я это все добро поставлю, попробую поспать. Чисто интереса ради, серьезно. Если мы реально за счет сна сможем... проводить быстрее крафт, это будет просто идеально. Так, у нас одна веревочка здесь есть. Не-не-не, ты все сюда закидывай. Запускаем. Так, рыбину сейчас тоже запущу.
Рябинка сюда. Кстати, уголь используется, мы так и не узнали. Так, сплетани. 6 рябин, допустим, 12 палок. Это чисто так. На глаз, так сказать, на глаз. Так, здесь сплетануть. Тут тратится даже, по-моему, больше, по-моему, по 3 палки на одну воду. Да может даже по 4. А то еще больше. В общем, сплетани до 20-ки. 20-ку вкинем сюда, рад. Все, запустили, теперь в люльку. Сейчас у нас начало, а мы до утра. Храпеть. Такс, мы проснулись из-за того, что нам не хватает водицы. Это плохо. Я хотел поспать еще, вообще-то. Но проверим, все равно, крафт быстрее происходит. А крафт-то реально быстрее происходит, слушайте. Найс, 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 еще, мать его, найс. Это серьезно круто. Это очень круто. Супер, то есть мы можем храпеть. И тем самым крафт ускорять. Слушайте, разрабы, молодцы. Братишки, серьезно. Умнички от бога просто. Так, забирай раз, два, три, и все, и мы грейдим наше копье. Нет, нам нужен металл. Что это за звук был? Кто здесь? I'm carry too much. I understand, my friend. Сейчас я только приготовлю тебе копье, и все, и верну все назад. Верну все назад, не переживай, не перегрузишься, не умрешь. В общем, тема рабочая. Тема рабочая, это хорошо. Так, с этим мы разобрались, сделали новое копье. Сейчас давайте тогда дождемся утра и попробуем все-таки заотачить акулу. Я сомневаюсь, что у нас правда получится, потому что копье улучшенное, не улучшенное, но акула нам люлей, скорее всего, навалит. Так, проверяем. Здоровье у нас в порядке. Давайте немножко подожрем, немножечко попьем. Все у нас готово, я разгружен, в принципе, мега активен. Поплыли. Дрести, граждане акулы, вы где? Вы где, когда вы так нужны? Когда вы не нужны... О, есть, есть, есть. Он просто очень быстро двигается, парень этот. Ты в скалу заплыл? Или там проплыть есть где? Да, там есть где проплыть. Окей. Я хочу тебе тыкнуть копьем. Плыви ко мне. Честно, честно, тыкну по-хорошему. Не, мелкая рыба меня не интересует. Кстати, интересно, если мы мелкую рыбу словим, что у нас произойдет? В чем профит копья, в общем? Мимо, ясно. Ясно, понятно. Мы тыкаем, по-моему, кстати, чаще. Акула, иди сюда, иди сюда, иди сюда, мой хороший. Ну, развернись резко на 180. Пожалуйста. Так, рыбу поймали. Она покровоточила точно так же. И мы ее можем забрать. Окей, акула, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, кис-кис. Ну, или как там тебя? Бл-бл. Иди сюда. Обычную рябину даже поймать. Стоять. Ну, куда же ты уплываешь? Они чересчур быстрые, серьезно. Я даже если захочу их догнать, не смогу. Так, сейчас я знаю ваш waypoint, акула. Не туда плывешь, не туда. Вот сюда плыви. Куда твой товарищ плыл до этого? Да что же вы меня плываете все? Когда не надо, у меня акулы прям в полуметре от меня проплывают. Во-во-во, во-во-во. Во-во, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мне кажется, ли он меня реально оплывает? Товарищ, я просто с копьем. Ну подумаешь, я тебя могу убить. Ну есть шанс небольшой. Я же не знаю, что надо от меня уплывать, правильно? Ты посмотрите, он ускоряется еще. Че? Я что, не смогу акулку потыкать? А так хотелось, ну. Стоп, 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 сними, сними нахер. Они реально от меня уплывают? Ну ти, твою мать, я-то рассчитывал. Эх вы, товарищи. Так, набираю водицу пока что. Пока вверх плывем. Че уж зря плыть? Давай, 4, 5 иш. Достаточно. Не, еще подышу, еще, еще. Так, есть? Давай, набирай водицу. Что нам нужно тогда? Акул мы потыкать не сможем. Нам нужно тогда искать динамит. Я понятия не имею, где он может быть, но мне кажется, что есть какое-то подобие ящиков с лутом, наверное, или что-то подобное, или просто в кораблях нужно полазить. И тогда мы сможем, собственно, получить буст. Так, на данный момент меня интересует создание освещения, будет ли работать оно под водой. Скорее всего, нет, потому что это подобие свечи какой-то. Он херовый, да, но он является источником света. Давайте попробуем, что нам не хватает. Роп нам не хватает. Ропычи есть, запускаем. Хватит хотя бы на один, один скрафти. Я хочу просто проверить, как он работает. Было бы, конечно, идеально, чтобы мы могли его взять в руку и, собственно, юзнуть. Но мне кажется, что он будет устанавливаться. Да, он устанавливается молотком. Да, создает небольшое освещение. Но даже не знаю, честно говоря. Даже не знаю, в принципе, конечно, нам здесь она пригодится. Никуда не деться. Мы ее зажигать там ничего не можем, да? Да, она сама должна будет воспламеняться. С этим понятно. Но в целом из сверхполезных вещей мы все сделали, кроме кроватки. Кроватка нам нужна 10 веревок. И наковальню с печкой мы еще не делали.
То есть с этим нам еще тоже стоит разобраться. Возможно, где-то там, именно в наковальне и в печке, есть у нас крафты динамита и тому подобных вещей. Но меня дико интересует, я не знаю, меня прям ломает пополам это интересно, что, мать его, в том контейнере. Потому что в контейнерах переводится все, что угодно, серьезно. Все, что угодно, поэтому нужно обязательно будет посмотреть. Ну а пока что, ребятки, мы сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимайте на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.